Господи, ну слава богу, ну какое счастье, ты вернулся. Ну что это такое, скажи мне. Бросил меня посредине этой Африки, вот в этом отеле, и поперся он на сафари. А если бы тебя лев сожрал, что бы я без тебя делала? Да что ты, дорогая, да? Я имею в виду, кто бы заплатил за отель. Ну все, уже позади, успокойся. Просто я попал в плен к аборигенам. Зая, ты что? Ты попал в плен к аборигенам? Да. Точно? Точно. Да? Да. Да? А чё морда такая довольная? Так они все оказались милейшими людьми. А? Вось мне даже подарок сделал. Сейчас покажу. Какой подарок? Подожди, подожди. Эй, сейчас. Вот тут. Жена вождя. Он мне ее подарил. Жена вождя. Ну да, это у них такой священный обычай. Ну я не мог отказаться, а они меня съели, ты понимаешь? Этот вождь такой здоровенный, бугай у него, знаешь, ручище волосатые, в носу у него кольцо ходит почти голый. И теперь вот эта вот девка будет жить вместе с нами, да? Да. После стольких лет совместной жизни. Неблагодарная скотина! Как раз благодарная. Я ему ответный подарок сделал. Так что, дорогая, теперь ты жена вождя. Да. Собирайся, одевайся. Хотя нет, одеваться не надо, у них-то не принято. Я тебя только умоляю, ты, главное, не сопротивляйся. Они уже там за дверями ждут.